этой встречи в Соединенных Штатах сейчас на 7 часов меньше отсюда, собственно, и так 15, второй Нелсон Семеду, 20-й Серже Роберто, Карлос Алинья, номер 19-й, Фрэнки де Йонг под 20. Мы уже представили. Марк-Андре Тер Штеген возглавляет Барселону, выиграла первый матч 3-0 и упустила это преимущество, проиграв 0-4 в одной из обычного стартуют европейские чемпионаты. Ну, например, нужно пораньше закончить для того, чтобы сборные имели возможность. Денделя, Де Йонг, Октав. Очень близкий, быть может, к оптимальному. Ну, конечно, есть еще Иван Ракитич, есть еще Месси, конечно, восстанавливающийся. Прежде всего речь. Понятно, что Нелсон Семеду на фланге зачастую может уступать в команде, помочь в главном матче, который, собственно, проиграли. Де Йонг. Нужна передача в касание. И пытался именно так сыграть с прекрасным тон. Чувствую, приходится. Ну и пока в довольно хорошем темпе проходит игра. Вот Де Йонг. Роберто. Что интересно, очень ждет нас, конечно, сезон в серии А. Но тут, наверное, здорово сыграл в отборе Де Йонг. Еще один заброс, особенно в подобной ситуации. Конте в Пентис. Де Йонга. Тоже такой. А это великолепная игра в отборе. Вообще Аякс. Образ. Сезон разобрали довольно быстро. Ну там еще кое на кого есть спрос. И здорово, Де Йонг. Это Фабиан Руис. Сразу показывал, что нужно судье дать свисток, что он, собственно, и делает. А с Фрэнки де Йонга вообще обувь снял. Привести на Камп Ноу, но не вышло. Спортивной тематики. Дискуссия. И, может быть, даже не в первых турах испанского чемпионата. Как Мертенс обработал сложный мяч. Еще один момент с нарушением правил в центре поля. Под себя, это значит рисковать быть обезмяченным довольно быстро. И так что не так уж мало за. Несмотря на достаточно большое преимущество Барселоны, нет ощущения, чтобы она игру как бы поглотила. Вот целит видание с его ногой, мяч еще в игрока Барселоны попал. Да. Дальше. В разрез. Ну а Линья потихонечку по. Эффект и впечатление. Плохо он выглядел в составе Бетиса перед Томком. Я довольно яркий сезон. Ну, вот выяснилось, что кто бы из них не играл в центре. Правда, не согласен, он считает.